И всем снова привет. С вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем проходить Mass Effect, в котором мы остановились на том, что, в общем-то, битва с коллекционерами, все дела, открываем стеной шкаф, получаем кредиты, нас сейчас запрут, как только мы отсюда выйдем. Вот здесь лежал очищенный палладий или что-то в этом духе. Короче, все, выходим отсюда. И где же Уильямс? Мне прям даже интересно. Странные звуки. Дверьку за нами уже закрыли. О, хаски. Хаски. Песики. Песики холод не любят, насколько мне не изменяет память. Опять этот идиот за свое. Кажется, Гарусу немножко больно. По-моему, эта мразь стала наглее. А еще она хочет убить Гаруса. Ладно, пока она отвлечена на Гаруса, поубиваем остальных. Our power is unmatched. My attacks will tear you apart. We are your genetic destiny. Ой, да ладно. Вы хреновая генетическая судьба. Скажем так. Nothing stands against us. О, здесь же отпрыски еще есть. Ё-моё, я про них совсем забыл. Знаете, отпрыски — это такая вот хреновая хренотень, у которой на самом деле непонятно, где голова. Ну, точнее, где голова-то у них как бы вроде как понятно. Но, поверьте, ничего хорошего в этом нет. Так, вот этого чувака надо поджарить, пока есть такая возможность. Отлично. Так, а вот его надо пнуть. Ну, это, короче, такие мини-танки. Хаско-отпрыски. Ладно. Вроде игра сохранена. Возможно, я надеюсь, здесь есть патрончики. Но хрен там. Патрончиков мне, естественно, никто не оставил. Придется искать, как всегда, своими силами. Что, серьезно? Даже отпрыск патрончиков не оставил. Блин, а мне нужны патрончики. Ваше количество их причем. О, еще один мертвый коллекционер. Мрут как мухи. Хотя в каком-то смысле они и есть мухи. Так, что, неужели разработчики не оставили ни одной маленькой потрошки? Серьезно? Ни одной. Совсем. Вообще. Только элемент питания. Замечательно. Так. Ну, благо в элементах питания мы можем найти потрошки. Это тоже вариант, как бы. Так, по-моему, пистолет у меня еще не перезаряжен, да? Ну, это автоматически перезаряжается. Пистолет перезаряжен. Отлично. Сохраняемся. О, вот и патрошка. I'll take it. Сила биотического удара. Отлично. Эта штука нам впоследствии очень пригодится, насколько мне не изменяет память. It's odd we haven't run across more frozen colonists. Colonists loaded onto ship. Collectors nearly finished here. Need to hurry. А то да. Согласен. Но на самом деле, нам не обязательно торопиться, у нас здесь нет временного промежутка, за который мы обязаны сделать ту или иную работу, поэтому мы можем поизучать спокойно эту колонию, иначе можем пропустить что-то важное или нужное. Например, 3000 кредитов. Но ведь 3000 кредитов чуть важнее, чем парочка десятков колонистов, сотен и так далее, правильно? Или я ошибаюсь? А, ладно, кому какое дело, мне все равно не поверят. Так. Ну, вроде, кроме этих 3000 кредитов здесь больше ничего нет, поэтому сохраняемся. Отходим дверцу. Начать обход. Ой, ошибся. Все, облом. Что-то я лоханулся, ладно. Так, дверца. Что из вас дверца? Ты дверца. Ты. И ты. Окей. Ты и ты. Значит, ты и ты.
Ну, как бы логично, да. Так. Приходится перезаписывать. Надо еще понять, чем мне здесь работать по тем ребятам, которые вылезут оттуда. Understood. Simple enough. Enemies inbound. Отлично. Благо, ребята довольно хорошо замораживаются. Так, чем у вас? Блин. Надо как-то их... Блин. Еще у меня есть небольшие проблемы, как вы уже заметили. Так, ясно, понятно, меня зажали, нужно мотать отсюда как можно шустрее. Заодно спасать морду. Который может спасти, в принципе, меня пока еще. Так, просто бежать. Просто, мать его, бежать. О, что-то здесь хасков-то как много. Дорогие друзья мои. Слишком много хасков, я вам скажу даже. Так, ладно, надо с хасками сначала разобраться, потом уже думать с остальными, что делать. Если стоит мне не разобраться с хасками, мне будет очень, очень проблемно в будущем. Да! Пошел вон отсюда. Так, здоровье вроде не так много. Главное, не подпускать их к себе. Би-б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 и. Так, с хасками я вроде разобрался, осталось поднять мой отряд, как минимум. Заставить морду выстрелить по этой твари. Отлично. Так, ясно, понятно, на них хорошо действует огонь. Ясно, понятно, нужно как можно быстрее спрятаться. Так, переключаемся на вот это. Переключаемся на огонь. Перезаряжаемся. Так, морда. Хотя ладно. Сразу я как-нибудь добью, подожди, пожалуйста. Сики. Так, а вот теперь от него надо сваливать. Ай. Вообще-то это было больно. Так, теперь переключаемся на вот это оружие. Переключаем на пятерочку тоже. А, замечательно. Пятерочка включилась вроде как более-менее автоматически. Так, нужно, чтобы он поджег его. А я уж как-нибудь да набью. I've got no shields! Ну, как-то вот так это и происходит. Замечательно. Все было проще, чем я думал. Так. Надо срочно найти как можно больше патрончиков и поперезаряжаться. Иначе будет немножко обидно. Так. Еще патрончики валяются. Сейчас их заберем. Перезарядимся. Замечательно. Так, здесь закрыто, да? Да, здесь закрыто. Короче, ясно. Против этих использовать огненные патроны, иначе это немножко будет бесполезно. Эти патроны я уже проверил. Это бесполезно против них. Так что, в принципе, снайперская винтовка самое оно. Так.
Ну все, здесь можно взломать только компьютер и больше ничего, по идее. Так, начать взлом. Раз, нету, есть. Не вижу, вижу. Отлично. Normandy, do you copy? Joker here. Signal's weak, Commander, but we got you. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. Collectors will respond with force to stop it. Hmm. Got any other helpful tips? Just one. Enemy reinforcements are closing in. I suggest you ready weapons. Спасибо за совет. Откуда она идет? Ясно, понятно. We are the harbinger of your destiny. Harbinger, давайте вы спрячетесь вместе со мной вот здесь, ай. Потому что уж отсюда никто точно к нам не придет. Так. Ладно, надо как-то поаккуратнее это делать. Черт, он меня напрягает, если честно. Так. А еще мне не нравится вот этот хаск, которого надо тоже бы поджечь в идеале. Я сказал поджечь, пожалуйста. Ладно, пусть он на ребят пока заагрится. Так. Блин, без снайперской винтовки будет совсем хреновенько. Так, а что нам здесь надо? Криопатроны же против них хорошо действуют, правильно? А я, дайте угадаю, переключился на сына огненная. Ну да. Логика, логика, логика. Тоже вариант. Так. Ясно, он его ассимилировал. Так, шибани-ка по барьеру, пожалуйста. О! Хорошо, меня так поджарили. Хорошо, меня так поджарили, честно говоря. Шибани-ка. Блин, то, что вот он идет к нам, мне вообще никак не улыбается. Надо бежать отсюда. Stop, Shepard. Firing a high impact shot. The forces of the universe lend to me. Черт, надо выводить этого гада отсюда. This hurts you. А вот этого надо, чтобы щит сит снял. Тогда я смогу в него попасть. О да, собака, ты задолбал это делать. Так, ладно. Будем действовать более нагло. Ага. То есть так как эту хрень сняли, я не могу больше там быть, да? Я понял шутку юмора. Оп. 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 Ау. Так, надо какое-то время переждать. Я сказал, какое-то время переждать, почему ты вышла. Не понимаю, куда он хочет забраться, на самом деле. If I must tear you apart, Shepard, I will.
Молота. Так, у меня заканчиваются патроны, это хреново. Надо будить моих ребят. Иначе я здесь долго-то не продержусь. На самом деле. Так, собираем патрошки. Патрошки по дорожке. Doubtful that enemy has withdrawn. Reinforcements likely. Угу, это логично. Как бы. Так, ясно, понятно, вон хаски. Guardian anti-ship batteries at 40%. Reinforcements. It's nice to be noticed. Moving to cover. Find him. In cover. Да постараюсь сейчас уж найти. Мне главное патроны найти, а не укрытие. Grabbing cover. Я тебя и сам могу вручную забить. Где-то здесь патрошки, я видел. Опять его. Убивать. Блин, долго его убивать на самом деле. Nothing stands against us. If I must tell you... I've lost shields. Ну, так как-то побыстрее немножко. Вот восстанавливаюсь я теперь тоже дольше. I know you feel this. Правда, эта мразотная гадость все равно восстановится, ну да ладно. Так, бежим сюда, ребят. You got it. Guardian anti-ship batteries at 60%. Seeking targeting protocols to Normandy systems. Continue to protect the tower. Угу. Продолжайте защищать цитадель. Ну что? Ну, башню точнее. Нет, цитадель. Барьеры она, кстати, классно снимает. Так, почти. Собака. Как ты меня достала? We are the harbinger of your destiny. My attacks will tear you apart. Главное барьер снять, а там уже полегче будет. Focus on Shepard. А я думал на тебе фокусироваться. Так, мне нужна моя винтовочка. This hurt. Подожги его, пожалуйста. This should slow him down. Flammable or inflammable. Forget we got no shields. Я ему тоже подарочек дам. You will know pain, Shepard. Так, опять он по мне стреляется. Так, давай, морда. Так, срочно патрончики нужны. В больших количествах. Get ready. Gotta be more soon. Так, здесь все. Здесь все. Здесь. Ой. Edie, we need that system online. A new one. Whatever it is, don't get too close. Близко, говоришь, не подходить. Вроде стараюсь этого и не делать. And stay there. Так вот эта мразь летает. I have control. Как бы. И она летает ровно за мной. My attack was ineffective. О, замечательно, еще и барьер. Firing up. Так, ладно, барьер мы ему вроде сняли.
Так, раз. Два. По-моему, пора отсюда сматывать. Бежим, 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 бежим. Ух! Это было сделано вовремя. Так, что вышибает барьер? Карос у нас вышибает ему барьер, но... Ладно, вот эта хрень тоже вышибает барьер. А, да пошел ты, 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 да пошел. Может быть больно? Эй-эй. Not a problem. Надо здесь быстрее двигаться. А лед, кстати, неплохо барьер вышибает, я смотрю. Enjoy. И броню, кстати, тоже. Target. Was immune. Problematic. Опять иммунная цель. Хреновенько. Collector vessel is taking damage. Проблема. Эта мразь полностью контролена на мне. Значит, надо от нее как-то бегать все время будет. Потому что она атакует только меня в основном. Так, сейчас она по мне опять попадет. Собака. No shields. Блин. Морда, давай. Огнем в нее. Надо что-то более. Target was a bit problematic. Бежим отсюда нафиг опять. Потому что таргет иммунный стал. Нужно что-то придумать. Так. Здесь-то хрень кто-то уже убрали, да? Так, 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 так. Ну, хотя бы 9 патронов. Лучше, чем ничего, не правда ли? Убегаем как можно дальше. I am maintaining fire on the collector vessel. Please protect the defense tower from collector ground forces. Так. Блин, перезарядился, вылез на эту мразь. Так, раз он по ней попадает, значит попадет и так. Enjoy. Замечательно. Почти добили эту мразь. А бегать вокруг машины хорошая идея, кстати. Наверное. Фух. Заодно и достижение получили. Get away! There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something! I didn't want it to end this way. I did what I could. More than most, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big alliance hero. Commander Shepard, captain of the Normandy, the first human Spectre. Savior of the Citadel. You're in the presence of a god, Delan. Back from the dead. All the good people we lost and you get left behind. Figures.
Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Commander. We all did. You don't sound too happy to see me. Something bothering you, Ash? Yeah, something's bothering me. I spent the past 2 years believing you were dead. I would have followed you anywhere, Commander. I thought you were gone. You were more than our commander. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? I was out for 2 years. You've moved on with your career and your life. Why reopen old wounds? I moved on. But here you are, pulling me back in. And now we've got reports about you and Cerberus. Reports? You mean you already knew? Alliance intel said Cerberus could be behind our missing colonies. We got a tip that this one could be the next to get hit. I went to Anderson, but he wouldn't talk. But there were rumors that you weren't dead. Worse, that you were working for the enemy. Our colonies are disappearing. The Alliance turned its back on them. Cerberus is the only group willing to do something about it. Bullshit. I know what Cerberus is like. They talk about putting humans first, but at what cost? I wanted to believe that you were alive. I just never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. Ash, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The Collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I'd like to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. And it worries me that you do. What did they do to you? What if they're behind it? What if they're the ones working with the Collectors? Damn it, Williams. You're so focused on Cerberus that you're ignoring the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of the facts. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Maybe it's you. Doesn't matter. I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. It's in my blood. I'm reporting back to the Citadel. I'll let them decide if they believe your story. I could use someone like you and my crew, Ash. It'll be just like old times. No, it won't. I'm no fan of aliens, but Cerberus has a history of being extremist. I'll never work for a group like that. So long, Commander. Good luck. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Да, ничего хорошего однозначно. Ладно, собственно, на этом серию, думаю, заканчивается. Получили 1000 опыта, 2 очка умения. Коллекционеры скрылись, похитив около трети населения Горизонта. Военная корпорация обещает оказать выжившим гуманитарную и финансовую помощь. Предвестника, предводитель... Коллекционеров откровенно интересует Шепард. Пока не ясен механизм, позволяющий ему управлять войсками, рассматриваются несколько версий. Объединение коллекционеров в единую сеть, коллективный разум, если неизвестная технология жнецов. Спасательные команды собирают тела коллекционеров для более тщательного изучения. Излучатель частиц. Тройное смертоносное оружие, созданное на базе технологии излучателя коллекционеров, чрезвычайно эффективно против щитов, барьеров и брони. Объем энергии, необходимый для создания разрушительного луча, на несколько порядков превосходит таковой для запуска снаряда на высокой скорости с помощью эффекта массы. Найденное вами оружие, вероятно, изготовлено по технологии коллекционеров, но до нашего времени попытки разобраться в этой технологии и скопировать ее успехом не увенчались. Возможно, проведя необходимое количество исследований, инженеры Нормандии научатся производить собственное серийное лучевое оружие. Сила биотического удара. Мы получили улучшение... биотического удара, увеличит биотический урон на 10%, жесткое укрепление крови, кожи, уровень здоровья возрастает на 30%, кредиты, финансы от Цербера и найдено по 30к, получили 2000 платины, и, собственно, на этом можно закрыть отчет. Вот такие вот, дорогие мои друзья, дела. Надеюсь, вам серия понравилась, собственно, я пытался, старался и все такое, поэтому... Как-то так, друзья мои, как-то так. Сейчас мы просто улетаем в закат, как всегда, в загрузку, и надеемся на лучшее, наверное.
Shepard, good work on Horizon. Hopefully the Collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the Collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The Collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. Ash said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Was that you? I may have let it slip that you were alive, and with Cerberus. You risked the lives of my friend, my crew, and that entire colony, just to lure the Collectors there? A calculated risk. I suspected the Collectors were looking for you, or people connected to you. Now I know for certain. I told you I wouldn't sit and wait while the Reapers and Collectors gather strength. Besides, they would have hit another colony eventually, and without a way to predict which one, they would have abducted everyone. We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the Collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? None of your damn business. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Let me worry about them. You just find us a way to the Collector homeworld. I just want to be upfront about your odds. You'll need everyone at their best. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The Collectors will be watching you. I guess we're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the Collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. They're powerful, but we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there, Commander. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is, too. Getting some closure. You know? Ну, как-то так. Ладно, секундочку, сейчас продолжим.